Эдже, что-то не так. Он все еще не приходит в себя. Нам придется отвезти его в больницу. Давай подождем. Отвезем, если температура не спадет. Ладно. Добрый день. Добрый день, Ахмед. Проходи, садись. Не могу. Ты не видел Кинана? Нет. У него были дела по поводу лодки, он не вернулся? Нет. Позвонил, сказал, едет, и как сквозь землю провалился. Телефон выключен. Не волнуйся ты так, все с ним нормально. Послушай, если ты вдруг увидишь его, передай, что я искал. Конечно, конечно, передам. Если увидишь его раньше, дай мне знать. Хорошо. Ты думаешь, столько хватит? Если будем все делать правильно, хватит. Вот бы Хазал побыстрее пришла. Так много дел. Оставь ее, у нее своих проблем хватает. Наверное, уже вернулись. Придут и помогут. Увидимся за час. Что с тобой? Не знаю. Поплохело внезапно. Каждая мать хочет, чтобы ее ребенок свил гнездышко, но тяжело смириться, что он покидает родной дом. У меня сердце неспокойно. Будто оно разорвано на части. Одна половина готова летать от радости, а другая так и стонет. Не время сейчас грустить. У нас масса дел. Вперед! Потом найдешь время поплакать. Ты права. Только все тряслось, как на тебе. Ну что это? Нашла время ломаться. И телефон выключен. Эта девчонка что-нибудь сотворит с собой. А самое ужасное, что она обо всем расскажет матери. Папа, как же мы ее уговорим? Я не знаю, как лучше поступить. Просто подыграй мне. Мы убедим Хазал хитростью и обманом. Мы разлучим их с Кинаном. Такой случай больше не представится. Я еще стану любимым сватом в доме этих Демироглу. Клянусь, я слов на ветер не бросаю. Аппарат абонента выключен. Я хочу, чтобы у моего свадебного платья был длинный шлейф. Дочка, что ты будешь делать с таким длинным шлейфом? Он всю пыль соберет.
Мама, ну пожалуйста, мне очень хочется. Я же первый и последний раз его надену. Позволь сделать так, как мне нравится. Я тебя так сильно люблю. Не зря говорят, любовь делает мальчика мужчиной. С тобой я стал настоящим мужчиной. Мне не жить без тебя. Я это точно знаю. Я умру без тебя, Хазал. Вот моя клятва, доказательство моей любви. Gözlerim kapıda. Seste bir gelebilsen, ah bir gelebilsen. Bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk. Bir bilebilsen, ah bir bilebilsen. Hasretin bölerken uykularımı, çaresiz gizledim. Хазал! Папа, она пришла. Хазал! Хазал! Хазал, дочка! Хазал! Хазал! Дочка, открой дверь! Хазал! Хазал, дочка, открой! Хазал! Пульс ускоряется. Давление упало. Хазал! Отец, она что-нибудь с собой сделает. Хазал! 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 Открой дверь! Хазал! Хазал! Что происходит, Эдже? Я не знаю, папа, не знаю.
Ты с ума сошла, а? Если б мы не успели, что тогда, а? Если бы ты умерла, о матери ты подумала? Она бы с ума сошла от горя. Папа. 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 Что, папа? Что, папа? Теперь, значит, ты подумала об отце? Что случилось? Что ты делала на яхте этого типа? Что ты там забыла? Что между вами было? Папа. Папа. Прошу, отец. Успокойся, разве ты не видишь? Все случилось не по ее воле. Что? Пойдем, дорогая. Пойдем, умою тебя. А потом ты подробно расскажешь, что произошло. Давай, поднимайся. Хорошо. Хазал. Хазал, тише. Хазал. Сестра, все хорошо, успокойся. Хазал, все позади. Тебе нужно успокоиться, слышишь? Успокойся. Все прошло. Нет. Успокойся, не вставай. Успокойся. Мне нужно идти. Мне нужно идти. Пойдешь, но не сейчас. Тебе было плохо. Ты помнишь, где ты? Где я? Ты был без сознания, но с тобой все хорошо. Хазал. Хазал, где мой телефон? Он заряжается, потом принесу. Папа, что ты делаешь? Я убью этого пса. Не глупи, папа. Отпусти меня. Так нельзя, слышишь? Он наплевал на нашу честь, негодяй. Я уничтожу его. Ты станешь убийцей, я не позволю. Отпусти меня. Отпусти. Я убью его. Папа, прошу, не надо. Не надо. Я не смогу жить с этим позором. Что прикажешь мне делать? Как я буду людям в глаза смотреть? Как мне показаться на улице? Твоя мать, соседи. Мы пропали. Пропали. Папа, нет. Отдай мне пистолет, прошу тебя. Отстань от меня, я убью его. А мы, отец, я не могу тебя потерять, остановись. Если я его не убью, думаешь, Кинан этого не сделает, а? Папа, нет, не делай этого, нет. Папа, нет. Отпусти меня. Только через мой труп. Уйди, Бруа, посторонись. Папа, прошу, не надо. Папа. Отпусти меня. Папа. Отпусти. Отдай пистолет, отдай! Если я не пристрелю его, это сделает Кинан! Пропусти меня. Никто не узнает. Никто ни о чем не узнает. Мама ничего не узнает. Прошу, отдай мне пистолет. Клянусь, никто ничего не узнает. Ни Хазал, ни я никому не скажем. Даю слово. Я так это дело не оставлю. Слышали? Не оставлю! Ты куда? Мама, посторонись. Я не дам тебе уйти. Мне нужно увидеть Хазал. Я не позволю. Я до сих пор не знаю, что с ней. Прости, а чего ты ждал? Что ты говоришь, мама? Ты взял ее силой в Урал. Силой! Нет, я не могу. Нет, я не могу совершить эту низость. Я не притронусь к тебе. Потому что если я дотронусь до тебя... Я боюсь, что не переживу этого. Я болен. Я плохой человек. Но даже если все началось так плохо, может быть, однажды ты все же полюбишь меня. Я не хочу жить без тебя.
бы я сошел с ума. Ты понимаешь, что это значит? Ты силой овладел ею, Вурал, силой! Как ты мог так поступить? Я был вынужден. Никто не совершает подобного, потому что якобы вынужден. Нельзя так поступать. Это жестоко. Правда? Ты лучше других знаешь, что я жестокий человек, мама. И вот что я тебе скажу. Я очень жалею, что убил Нази. Потому что остался один. Тоже и сказал. Я был вынужден это сделать. Но снова поступил бы так же. Я хотел, чтобы она была моей. Сообщение от Ибру. Хазал со мной. Все хорошо. Что такое? Все хорошо, мама. Все наладится. Тебе не стоит переживать. Вурал, давай вернемся в Стамбул. Прямо сейчас. Нет, я никуда не поеду без Хазал. Я отправила тебя на яхту, чтобы помочь тебе, сестра. Чтобы ты заработала денег. А ты залезла в кровать к этому типу? Что ты такое говоришь, Ибру? Этот подонок меня... Поставь себя на мое место. Мужчина подвозит тебя до дома на своей машине. Ухаживает за тобой, угощает. И ты ни от чего не отказывалась. Послушай, я твоя сестра. Допустим, я тебе поверю. Но что насчет Кинана? Думаешь, он поверит тебе? Думаешь, поверит в такое? Я ни в чем не виновата. Тут дело не в том, кто виноват, а кто нет. Как ты обо всем расскажешь Кинану? Думаешь, он поверит тебе? Он послушает тебя? Что ты скажешь? А? Я не знаю. Не знаю. Я ничего не знаю. Кинан... Кинан. Идем, сядем туда. Что происходит? Он хочет немного подышать воздухом. Еще чего? Полчаса назад у него не билось сердце. Я что, умер? Нет, но ты был на грани. С возвращением. Отец, верни его в кровать, пожалуйста. Оставь, пусть немного подышит воздухом, а то от запаха лекарств ему только хуже. Подышит, проветрится, быстрее поправится. Со мной все хорошо. Спасибо за все. Что я такого сделал? Как это что? Вы бы могли бросить меня и уйти. Но вы помогли мне, зная, что у вас будут проблемы. Давай не будем об этом. Сынок, если бы не ты, может, я бы уже умер. Полиция, тюрьма, много чего могло приключиться. Я привык бояться только Бога, а не людей. Вы знаете, кто стрелял в вас? Я с такими подонками не вожусь. Но знаю, что подобных немало.
Мне приходит кое-кто на ум. Скоро он даст о себе знать. Вы недавно освободились. Все с этим связано? Да. С тем, из-за кого я попал в тюрьму. Как-нибудь все расскажу. Хорошо. Простите, мне нужно кое-что передать. Что такое? Я сейчас вернусь. Хорошо. Я только это смогла найти. Ничего себе. Тебе не понравилось? Ну, не знаю. Немного... броско. Не мой стиль. Мне кажется, очень красиво. Ладно, все лучше, чем ничего. Спасибо тебе. Не сиди долго. Ты сейчас под воздействием болеутоляющих. Их действие скоро пройдет. Но я же не умру. Разве я сказала подобное? Просто будет больно. Прости, но ты действительно врач? Ты не молода для такой серьезной профессии. Так и не скажешь. Лучше не зли меня. Я бы не поверил. Вот, зарядился. Большое спасибо. Очень кстати. Черт возьми! Отца мы как-то остановили. А Кинана? Что нам с ним делать? Он не остановится. Клянусь, пойдет и убьет Вурала и глазом не моргнет. Что же нам делать? Это он. Он звонит. Кинан звонит, Хазал. Нет, нет, нет. Не бери трубку. Не отвечай. Нет. Если дело пойдет в гору и все получится, начнем зарабатывать, мы разбогатеем. Где тебя носило? Я видел, ты звонил много раз. У меня было одно дело, извини. У тебя все хорошо? Ничего не случилось? Все хорошо, не волнуйся. Ладно, ты выкупил яхту? Выкупил. Это длинная история. Я тебе все расскажу, но не сегодня. А что стряслось? Буду занят. Встреча с друзьями. Хотим отдохнуть. А-а-а. Конечно, отдыхай. Последние холостяцкие деньки. Да, повеселись. Ладно, я тебе позвоню. Увидимся. И не вздумай опять пропадать. Весь день не мог до него дозвониться. За встречу. Я пойду в полицию. Не говори ерунды! Что ты выдумала? Какая полиция? Мы тут из кожи вон лезем, чтобы никто ничего не узнал. Пусть все узнают. Все. Пойдем в полицию, давай все расскажем, пусть знают. Нет, Хазал, прошу тебя, сядь, пожалуйста, успокойся. Ты с ума сошла? Приди уже в себя. Я хочу умереть. Если бы в смерти было спасение для нас. Но если ты умрешь, будет еще хуже. Это точно толкнет Кинана или отца на убийство. Боже, пошли ей ума. Хазал. Нам нужно найти выход. Иначе из-за тебя много людей пострадает. Отныне ты не можешь думать только о себе. Ты должна делать так, как будет лучше для всей нашей семьи.
хорошо. Скажи, как, я все сделаю. Ты выйдешь замуж за Вурала. Что? Не смотри на меня так. Был бы другой выход, я была бы рада. Но его нет. Выйдя замуж за Вурала, ты спасешь и свою честь, и отца, и Кинона. Я умру, но не выйду замуж за мерзавца. А есть другой выход. Если так, говори. Поступим по-твоему. Послушай. Пусть кто угодно. Даже отец говорит об этом. Но только не ты. Прошу тебя. Моя душа, сердце, мое тело принадлежит только Кинану. Иначе я не смогу жить. Да и не хочу так жить. Я лучше тысячу раз наложу на себя руки, чем стану женой этого типа. А там пусть как будет. Так, значит. Смотри, кто звонит. Снова звонит Кинан. На этот раз я отвечу. Расскажу ему все. Потом он станет убийцей, а ты придешь сюда и снова повесишься. Или, может, лучше бросишься с обрыва? Решать тебе. Алло, Эбру? Ну, наконец-то. Почему вы не отвечаете на звонки? Я весь извелся. Хазал там, дай ей трубку. Алло. Эбру, ты меня слышишь? Это я, Хазал. Хазал? Дорогая. Алло. Хазал. Ты меня слышишь, любимая? Слышишь? Слышу. Почему не отвечаешь? Отвечаю. Что-то не так? Я тебя плохо слышу. Нет. Все хорошо, я спала. А, понятно. Тогда спи, дорогая. Я тебе потом позвоню. Я тебя люблю. Видишь, это непросто. Сложно признаться, правда? Хазал, соберись с мыслями. Ты должна все решить. Если ты ничего не сделаешь, нам всем конец. Думала, Халил не отдаст, Хазал. Если бы не отдал, парень бы ее украл. Нет, что вы. Наша девочка покинет отцовский дом, как полагается. Всем добрый день. Милек, я думала, ты дома. Нет, мы еще не закончили. Но в твоем доме какой-то шум гам стоит. Что? Но дома никого нет. Не знаю. Что там? Пойду посмотрю. Наверняка опять эта ведьма Эбру что-то устроила. Не переживай. Я все-таки пойду посмотрю. Давайте-ка я вам пока помогу. Устала. Ты ненавидишь меня.
И ладно. Злись на меня, обижайся, кричи. Но мы с тобой одно целое. Мы поймем друг друга. Ты так, значит, меня понимаешь? От меня же ничего не зависит. Я и о тебе думаю, и о том, что будет после. По-твоему, мне легко сказать сестре броситься в самое пекло? Ты бы знала, что творится у меня внутри. Я готова жизнь отдать, чтобы все уладить миром. Но не могу. Не могу. Я не смогу выйти за него замуж. Мама пришла. Эбру, Хазал, вы дома? Мама. Хазал, послушай, не смей. Не вздумай. Не смей так поступить с матерью, она не переживет. Пусть твоя боль останется с тобой, внутри. Но ни слова ей не говори. Это уничтожит ее. Если я не заговорю, она поймет по глазам. Не поймет. Она ничего не поймет. Слушай, сейчас иди в ванную и приведи себя в порядок. Иди. Эбру! Эбру! Что такое, мама? Почему ты кричишь? Пришла соседка, сказала, что у меня дома переполох. Что стряслось? Так вот, что она слышала. Дверь заклинила, мы не могли открыть. Отцу пришлось ее выбить. Как же так? Он не смог ее открыть отверткой? Она не поддалась. Хазал тоже дома? Дома, дома, пошла в душ. Все ведь хорошо? Скажи, если нет. Да нет же, что может быть не так? Разве ты не знаешь нашу соседку? Она вечно все преувеличивает. Проходила мимо, услышала шум и пошла-поехала. Сплетница, точно. Алло. Отец, что происходит? Кто в тебя стрелял? У тебя все хорошо? Не бойся, сынок, все хорошо. Это Демироглу, да? Вроде бы да. Хорошо, я еду. Я уже по дороге в аэропорт. Не приезжай, не надо. Как это не приезжай? Я еду. Ты вышел из тюрьмы, а я тебя еще не видел. Я все решу и приеду через несколько дней в Стамбул. Ты оставайся там. Не вздумай ходить без охраны. Эджи со мной. Береги себя. Хорошо, отец, хорошо. Если что-то случится, дай мне знать. Конечно, сынок. Договорились. Olur ağlama. Mahsus bir yol bir daha hiç üzmeyeceğim seni. Başka çare bırakmadım ki sen bana. Sensiz yaşayamazdım ben. Benim ol istedim. Korkma sakın. Bak çok mutlu edeceğim seni. Ben bu lekeyle yaşamam. Ben öldürmezsem Kenan öldürecek Kenan. Hazal. Bak aklını başına topla. Bu işi çözecek olan kişi sensin. Mutlu edeceğim seni diyorum. Anlamıyor musun? Mutlu olacağız. Ну как там, Хазал? Конечно, бывало и лучше. Слушай, отвечай по делу. Все наладится. Дай мне пару дней. Когда будет готово, приду проведать. Но сейчас все плохо, надеюсь. Успокоиться. Через 3 дня должна была быть ее свадьба. Это не так просто. Отказаться от любимого. Но я сделаю все, что смогу. Делай, что хочешь, но ты должна убедить Хазал выйти за меня. Тебе стоило подумать об этом раньше. Таков был наш план. Следуй ему.
Продолжайте слежку. Это очень плохо. О чем ты? Сказали, что стреляли в Азиза, но ранили другого. Правда? Вот здорово. Но подумают на нас, точнее на тебя. А мне-то что с того? Ты можешь быть серьезнее? Не понял, чего ты переживаешь? Если думает на меня, пусть спросит. Скажу не я, и делу конец. Ты забыл о последнем визите Азиза? Я ничего не забыл. Но, похоже, ты забыла мои слова. Что я тебе сказал? Азиз мне ничего не сделает. Пока не узнает, что случилось с Нази, он меня не убьет. Этот человек сделает все, чтобы я жил. Молодец. Не понимаю твое спокойствие. И не пойму. Сейчас же разузнай и сообщи мне все о женихе Хазал. Ничто не должно помешать нам с ней. Все узнаю. Еще не проснулась? А, нет. Она так устала. Эти свадебные хлопоты. Совсем без сил. Ну вот, как она? Слушай, я освобожусь и... Приеду вечером. Думаю, не стоит. Лучше сразу поезжай домой. Почему? Подруги придут. Устроим девичник. А ты наслаждайся. Чем наслаждаться? Все мысли о Хазал. Не стоит. Не ограничивай ее. Тебе-то что, а? Кто ограничивает? Я соскучился. Завтра увидитесь. Ох, ладно, ладно. Хорошо, завтра увижу. Только пусть позвонит мне, ладно? Я волнуюсь. Фух. Съешь хотя бы суп. Вообще-то тебе бы не помешало капельницу поставить. Сначала поест, потом капельница. Спасибо, но мне уже пора идти. Кинан, чего ты заладил? Нельзя, я тебя не пущу. Останешься у нас на ночь. Не стоит, со мной все хорошо, верно? Все же хорошо? Никуда не пойдешь. Тема закрыта. Позвони своим. Сообщи, чтобы не волновались. Я уже позвонил. У меня только брат и невеста Хазал. Не сказал про ранение, не стал волновать их. И правильно. И? Когда же свадьба? Через 3 дня. Устроим небольшое празднование. Осталось расписаться. Надо же, так скоро. Приходите, если будете здесь. Я должен был ехать в Стамбул, но ради тебя останусь. Теперь, считай, невестка есть, нужно знакомиться. Будем рады. Благодарю. Какие новости, Кафис? Мы все обыскали, нашли его. Он обратился в районную больницу. Хорошо, займись этим. Уже занимаюсь. Сообщу. Ну что, нашли? Да, нашли. Кто это? Скоро все узнаем. Ладно, приятного аппетита. Из-за меня. Хазал, посмотри на меня, а? Хазал. Дочка, что с тобой? Что случилось? Хазал, не пугай меня. Расскажи, что стряслось. А?
Я? Что происходит, Эбру? А, твоя дочь преувеличивает. Поругались с Кинаном. Что значит поругались? Она сама не своя. Перед свадьбой случается? Это совсем не похоже на ссору. Дорогая, от меня ничего не скроешь. Говори, что случилось. А? Кто тебя обидел? Скажи. Ничего страшного. Мама, ты не выйдешь? Пока не расскажешь, не выйду. Скажи, в чем дело? Ни в чем. Ни в чем. Ни в чем. Хазал! Ты слишком давишь на нее. Правда, ничего страшного. Сожми в кулак. Глубокий вдох. Ох. Больно? Ну, не сказать, что у тебя легкая рука. Прости. Извини. Если тебе что-то понадобится, сообщи мне. Хорошо. Обезболивающее добавила, а это тебя успокоит. Прости, что я нагрубила. Ничего, я привык к таким словам. Нет, мне это важно. Я тебя не знала тогда. Мне любопытно... Что? Зачем ты это сделал? Подверг себе опасности ради незнакомого человека. Почему? Не знаю. Так вышло. Наверное, инстинктивно, не знаю. Если честно, случись снова, снова сделаю. Интересно. Что? Что интересного? Любой бы так поступил, нет? Не думаю. Я о таких героях только в книгах читала. Ха. Что ты, доктор? Не стоит преувеличивать. Я обычный рыбак Кинан. Вот и все. Ладно, рыбак Кинан. Давай, отдыхай. Приляг. Ну же. Давай, давай. Не откажусь. Ох. Ох. Спасибо. Сказал, приди уже в себя. Ради мамы молчи. Ты слышишь? Пойдемте, стол накрыт. Принесу поднос с едой для Хазал. По пути погаси свет. Дочка, вставай, поешь. Потом поговорим с тобой. Я посплю, мама. Хазал, мне это совсем не нравится. Расскажи, прошу тебя. И Кинан не появляется. Вы же по 100 раз в день видитесь. Я хочу спать, мама. Ладно. Сегодня ночью поплачь хорошенько. Но с утра поговорим и все уладим. Хорошо? Thank you.
Кенан! Ты что? Кенан! Да что с тобой? Бегом сюда! Что вы там делаете? Сюда! Вы что, уснули, идиоты? Кенан, что же ты делаешь? Эдже! Пульс слабый. Помогите отнести его внутрь. Эй, вы! Быстро помогайте, не стойте! Ах, Кенан! Как же так? Ах, Кенан! Кенан, почему ты такой упрямый? Я же сказал, останешься здесь сегодня. Клянусь, отлично себя чувствую, правда? Ага, видели. Возле комнаты у двери оставлю людей. Поднимешься, мне сообщат. Нет, ну все же не настолько... Настолько. Давай, лежи тут. Поправляйся. Спасибо. Действие лекарства скоро закончится. По возможности не вставай. Без проблем. Ты же слышала, отец людей расставил. Как тут встать? Сам напросился. Теперь только отдыхай. Я тебе музыку включу. Включи. Раз уж и так лежу. Нет, не эту. Назад, назад. Эту? Нет, еще раньше. Эту? Да, эту. Отдохни немного. Договорились. Şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yabancısın sen? Geriden beni sev, dön diyemem ki. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine, dünya döner mi? Vururum aşkıma, öyle düşman ki. Geri dön beni sev, dön diyemem ki. Так не пойдет. Ладно, посмотрим, что Кенан скажет. День добрый. И вам. Господин Халил? Да, это я. Госпожа Джанан хочет поговорить с вами. Ну, раз она просит, поедем тогда. Прошу. Спасибо большое за все, но не стоило. И помните, вы пообещали, жду на свадьбу. Мы придем, придем, а ты больше не упрямься.
Если что нужно, скажи. Я вам очень благодарен. Все отлично. Будем вас ждать. Вы только приходите. Хорошо, придем. Слово Азиза. Ты побольше отдыхай, буду звонить, бери трубку. Мелек! Как вы? Все хорошо? Кто они? Кто? Те, что уехали. А, в машине. Это Азиз с дочкой. Мы случайно познакомились. Расскажу, не поверите. Он знал моего покойного отца. А зачем приезжали? А, это, говорю же, знали отца, его искали. Хотели навестить, поболтать. Я вас потом познакомлю. На свадьбу их пригласил. Должны прийти. Азиз дал слово. Хороший человек. Давление упало? Все хорошо? Пойдемте, дам воды. Нет, нет, все хорошо. У меня дела, увидимся. Хазал дома? Дома, ты иди. Скоро буду. Точно все хорошо? Осторожно, папа. Папа! Ты в порядке? Все хорошо? Ах, папа, ответь же мне! Ответь! Ответь! Эбру! Кинан? Где Хазал? Она вышла. Вышла? Куда вышла? На рынок, что-то хотела купить. Никаких проблем нет? Например? Что значит «например»? Звонил, она спит. Отвечает холодно, пока ехал, звонил. Телефон выключен. Все нормально, уверена? Конечно, уверена, уверена. Да. А, она же телефон потеряла, ты просто еще не знаешь. Или украли, мы не поняли. Почему мне не сообщили? Почему не звонишь? Вчера все позабыли из-за свадьбы. Я сейчас к ней скажу, чтобы позвонила тебе. Не надо, передай, я жду ее в доме. Ладно, ладно, скажу. Не забудь. Не забуду. Полицейский участок. Доброго дня. А, Кинан, добро пожаловать. Как прошла ночь? Прошла и ладно. Что-то случилось? К чему готовишься? Случилось. Брат, я строю свою жизнь. Королями станем. Королями.
что, в лотерею выиграл? Почти угадал. Почти. Что такое, Кинан? Видимо, мальчишник удался. Не привык к такому. Не справился. Подстрелили, брат. Что? Как подстрелили? Оказался между пулей и человеком по имени Азиз Топрак. Как подстрелили? Ты что, со мной шутишь? А ну дай взглянуть. Показывай. Так ты серьезно? Да тише ты. А ну сядь. Спокойно. Сядь. Кто такой Азиз? Кто он такой? Ладно, не кричи. Я же рассказываю. Азиз Топрак. Он выкупил мою лодку в Греции. Друг нашего покойного отца. Он посчитал правильным вернуть мне лодку, и я отвез его в порт. Кто-то стрелял в него, я закрыл его собой, словил пулю. Ты спятил? Зачем бросился под пули? А что было делать? Смотреть, как его застрелят? Пусть стреляют. Твоя жизнь что, не важна? Ах, Кинан, ах, Кинан! Ты мог погибнуть! Погибнуть! Но ведь не погиб, живой. И слава богу. Будь жив. С тобой не должно случиться плохого. С тобой не должно. У меня никого, кроме тебя, нет. Никого, кроме тебя. Папа. Эбру, ты все еще не нашла Хазал? Нет. Ее нигде нет. Куда она пошла? Она же ничего с собой не сделает. Откуда мне знать? Да что ж такое? Папа, она хотела написать заявление в полицию. Не сможет. Или сможет? Я не удивлюсь. О, черт! Идем, идем скорее. Идем. Нужно торопиться. Не пристрелю его! Это сделает Кинан! Отныне ты не можешь думать только о себе. Ты должна делать так, как будет лучше для всей нашей семьи. Если мы опоздали, нам конец. Скорей, папа, скорей! Слушаю вас. Что с вами? Я... Что-то случилось? В Урал... Что ты делаешь? В чем дело? Извините нас. Это моя дочь.